Актриса Раки Гульзар родилась 15 августа 1947 года, Ранагат Надия, Западная Бенгалия, снималась в 93 фильмах. Дебют первого фильма состоялся в 1967 году. Последний фильм в 2003 году. Бенгальские актрисы всегда имели успех в фильмах на языке хинди, а Ракхи не была исключением. Родившись в день, когда Индия обрела независимость, она происходит из семьи, далекой от кино. Ракхи заметил Сунил Дат и пригласил ее сниматься в своем фильме. Она не получила особых откликов, но не собиралась сдаваться. Она незаметно снималась до тех пор, пока Хема Малини не высказала комплимент по поводу ее роли. Наконец, судьба улыбнулась ей, когда ее пригласили сниматься в фильме «В паре с Кармендра». Этот фильм стал большим хитом. Этот фильм проложил прямую дорогу к успеху. Все ее роли помнят до сих пор, потому что она была ни на кого не похожа и имела очень хороший голос. Зрители просто не могли насмотреться на ее заразительную улыбку и красоту. Они просто обожали ее. Премия «Филмфарм» за лучшую женскую роль была получена за «Шармила» и «Дах». Но она начала сниматься в ролях женщин старше себя слишком рано. С одной стороны, она снималась в паре с Амитабхом, с другой стороны, она играла его мать, что не понравилось зрителю. В последнее время она все больше играет роли матерей и одевается в простые стари. Снимается без макияжа. Но даже в таком простом виде видна ее настоящая красота. Первый раз Ракхи вышла замуж еще подростком. Это был брак по договоренности. Ее мужем стал бенгальский журналист и режиссер Аджой Бисвас. Брак был недолгим, пара вскоре развелась. Аджой Бисвас потом женился на актрисе Бини Банерджи, ну и с ней он развелся. Второй раз Ракхи вышла замуж за поэта, сценариста и режиссера Гульзара. И хотя Ракхи и Сампуран Сингх Гульзар развод официально не оформили, они расстались и стали жить отдельно. У пары родилась дочь Мехна Гульзар, которая стала режиссером, сценаристом, журналистом.